здесь. Через секунду. Эй, ребята, что происходит? У вас вечеринка, что ли? Сюрприз! О, ребята. Ее почти невозможно удивить. В этот раз уже получилось. Я и понятия не имел. Да, точно. День рождения, Соник. Надеюсь, тебе это понравится. Нравится? Еще бы! Соник, что это? Что оно делает? Это не смешно! Помоги нам! Где это я? Спасибо, Соник. Я думал, что я умер. Парю без тела в черном небе. У меня было кошмарное видение. Мне одному это место показалось ужасно знакомым. Точно не мне. Но выглядит оно так, как будто высосали всю жизнь и краски. Очень странно. Не более странно, чем полагать Джина в волшебной книге или спасать пришельцев в парке развлечений. Меня больше всего волнует, где наши друзья. Эй, Соник! Я вижу что-то вдалеке, вроде здания иностранных на вид. Думаю, неплохо бы это место проверить. Я скоро вернусь. А вот ты, не похоже, не шутишь, так скоро уйдешь. Я думаю, ты уже ушел. Тейлз? Это химический завод, кажется знакомым. Никогда бы ни запах не забыл, из-за того, что мне не по себе от этой розовой воды. Ты прав, Тейлз. От этого места у меня постоянное ощущение дежавю. Никогда не сможем с тобой летовать. Если запомнишь, ни за что бы не нуждался. Но мне было приятно взглянуть на свое святилище.
Что? Нет! Нет! Соник, спаси меня! Я не могу поверить, что нас двое. Я, кажется, догадался. Да, я тоже. Нас по двое. Места и враги из нашего прошлого. Мы путешествуем в пространстве и времени. Как это возможно? Я думаю, это как-то связано с той штукой, которая похитила Эггмана. Возможно, это и есть штука, которая похитила ваших друзей. То есть наших друзей. Но вы меня поняли. Вот оно. Куда она делась? Мы должны найти его и быстрее. Но я думаю, более-менее постараются понять, что происходит. И хорошего мало. Когда эта штука происходит сквозь время, пространство разрывается на части, в результате чего остается пустой и мертвой зоной. Все отправляются в страны Милый Гимп. Когда Соник пробегает сквозь время, пространство отправляется к нему, возвращается свет и жизнь. Но я думаю, должны бежать, как будто будет завтра, иначе завтра никогда не наступит. Нужно более сильного противника, чтобы поймать Нидди. Будь осторожен, Соник. Ты хотел сказать, вы хорошо справились с Соники. Верно. Я, наверное, к этому никогда не привыкну. Берегись! Этому мосту точно не понравится, кто-то изумрут. Эти штуки были полезны в прошлом. У нас уже есть несколько, но... Нам нужен этот изумруд! Соник, ты должен пойти проверить его. Могу поспорить, ты можешь вернуть этот изумруд Хаоса, так же, как вернул наших друзей. Могу даже поспорить, что нам понадобится все 7 изумрудов. У вас, парни, еще много работы!
Приключение неинтересно, когда оно слишком простое. Хотя я не люблю полагаться на других. И благодарна за тебя, за твою помощь. Это создание было мне не по силам. Спасибо, Соник. Знаешь, у меня есть предчувствие, что кто-то или что-то управляет этим монстром. Смотри, вот и изумруд. Неплохой трюк, не так ли? Я не могу в это поверить. Я должен был победить тебя в этот раз. Извини, я такого не принимаю. Я тебя всегда побеждал. Нет, серьезно, мы побеждаем его каждый раз. Это вроде как наша работа. Что с ним вообще делать здесь? Я думал, вы сказали, что он похитил той больше странной штуки, что из-за которой все это и было. Видите, его похитили. Как-то странно все это. Ладно, кто бы ты ни был, если хочешь сбежать от позорного поражения, то лучше сдаться сейчас. Не в твоей возможности, чтобы требовать. Ты противна, маленькая колючка. Эдман, но как? Ему немного помогли. Доктор Работник! Так меня больше не зовут. Будьте так добры, объясните гениальным господин доктор Эггмана из будущего. С удовольствием! Великолепный и веселый доктор Эггмана из прошлого. После моей недавней неудачи, я наткнулся на уникальное в своем роде существо. То, что я обнаружил, имело удивительные способности, которые даже не мог я овладеть. Она могла стереть пространство и время. У меня появилась гениальная идея использовать мои открытия, чтобы исправить мои предыдущие неудачи. Чтобы услышать его, мне нужна была помощь такого же умного, как я. И единственный настолько умный человек — это я! О, вы очень добры, мой дорогой будущий. Я помог вам сплошному удовольствию. Я захотел твоих друзей, брось их сквозь время, чтобы заманить тебя в мою ловушку. Но чем больше твой мозг проходит сквозь время, тем больше вреда ты наносишь миру. Миру? Я буду владеть миром, когда покончу с Соником. О, я и правда стану таким психом. Хе-хе, посмотрим, кто будет психом, когда я уничтожу обоих Соников. Навсегда! То есть, когда мы их уничтожим, меньше спора, больше уничтожения.
уничтожат меня. Ты этот усатик? Я тебя все время один побеждал, а теперь нас двое. Тогда моя победа достанется вдвое больше веселья. Не останавливайся! Беги сколько хочешь, если она прекращу тебя в лепешку! Это была только разминка. Теперь осталось встретить свою судьбу. Ты сможешь, Соник. Давай, Соник, размажь его. Только не вы. У тебя получится, Соник. Ты победишь, Соник. Кто они? Они ничтожество. У тебя есть сила, Соник. Соберись с духом. Мы с вами, ребята. Я тебе верю, Соник. Не сдавайся, Соник! Я знаю, ты сможешь, Соник! Ты победишь, Соник! Как и всегда! Время получить Эггмана! Супер Соник в стиле! Еще теплые временные путешествия. Признаю, ты был неплох, Соник. Неплох? Ты так шутишь? Он был просто великолепен. Сколько он заберет? Ух ты! А куда он девает все эти кольца? Знаешь что? Я не знаю. Все забываю спросить. Было приятно с тобой работать. Надеюсь, ты выучишь пару другов, которые помогут тебе в будущем. То есть, в прошлом. Ну, ты меня понял. Чувак, классно! А со временем станет еще лучше! Вот наша остановка! Эй, Соник, наслаждайся своим будущим! Оно будет классно!